Привет, друзьяшки-котятки, меня зовут Варя. Сегодня мы играем в игру Pac Heavs D. В общем, всем огромный приветик. Вот. Вот, я давно не выпускала стримы. Вот. Ну, хотя по Pac Heavs D я уже много чего-то снимала. Мало, вот про Roblox что-то отстал я. Вот. Ну, как? Так, ну, как вы видите, я... Вот он мой дом. Я поменяла себе костюмчик. Вот такой, такая я теперь милашечка. Вот. Так, столько лайков. И сегодня стрим о том, как я обновила свой дом. И сегодня ездила у одного персонажа, и вы должны его будете отгадать. Вот. Конечно, есть нормальный его костюм, но я его сделаю так, чтобы вы не плохо отгадали. Вот. В общем, я купила наборчик. 5 минут много самоцветов. Тут я такую крутую ракету купила. Сейчас я вам покажу, что я еще в доме обновила у себя. Вот, ну здесь у нас все как обычно. Так, давайте я сначала начну отсюда. Конечно, здесь у меня все как раньше, там мы потом посмотрим. Так, давайте вот сюда. Ой. В общем, здесь я такие коверчики поставила. Здесь я поставила ночник такой вот прикольный. Я дом показывала его? Я забыла. Вот здесь у меня можно вот так поспать. О, окно, точно. Я забыла про окно вам рассказать. Здесь у меня то же самое. Здесь я ночник поставила. Здесь у меня тоже такая кроватка. И вот так. Окошко, в общем, здесь у меня все то же самое. Я как совместить. Здесь я поставила такие хлопушки. Извиняюсь. Они пуляют. Вот так. О, подруга. Лавинечка. В общем, это лавинечка, ну, как сказать, это не лавинечка. Вот. О. А что, этот дом сильно популярен? Так, господи. Хорошо. Извини. Так, а я тоже. А у меня тоже, она хотела сказать. Так, запись. Я записываю. Сегодня мы запишем видео для моего канала. Я надеюсь, она знает, что у меня реально есть свой канал. Вот, я надеюсь, что знает. Ой, здесь тоже коверчик. Я все время забываю его всем показать. В общем, как-то так. Давайте я зайду вот сюда. Вот. Это мы сначала порубим, а потом я вам сделаю у персонажа, а вы потом напишите в комментариях, как вы думаете, кто это. О, сундук другой. Надо набить 20 из 40. А почему у меня уже 20? Я ж... Ой, надо было... Почему мне надо 20? Я же не била ничего. Да как? Вообще. Вот, давайте поработаем. Я просто хочу этот сундук посмотреть, что там будет. Просто он какой-то другой. Давайте посмотрим. Может, там самоцветы будут давать. Мне надо 50 самоцветов набить. 500 самоцветов я хочу набить. Блин, не так надо эту броньку. Не знаю зачем, просто раньше она стоила 99 рублей, я их хотела, но все-таки нет. Вот. Теперь мне почему-то сильно хочется, но не знаю зачем, у нее ведь такие же способности, как у парня дракона, но не знаю зачем она мне надо. О, давайте еще попьем, а тут как плохо. Работаем, ребята, мы с вами. Что? У нас 50, аж 51 накопили мы. Если я сейчас не увижу никакого, то пойдем забирать сундучочек. Сундук. Ой. Давайте вот сюда. И назад. Там дерево застрял. Так, все, больше. Угу, больше. Я хотела сказать, больше не уверена, но когда увидела эту, я подумала, что мне надо будет другое слово сказать. Вот, ладно, давайте я возьму уже сундучок. 100 монет, а что так мало? Давайте еще раз. Можно? В общем, понятно. Вот. В общем, ребята, сундучок еще вот здесь есть. Он здесь внутри есть. Вот, он вон там в шарике, ну, который там отдыхает. Блин. Вот на этом метеорите. И дальше забыла. Ух, как-то странно все получается.
Пулька, не плачь. Пойдем ко мне домой. Хорошо, ребят, давайте я возьму самолетик лучше. Просто сверху, мне кажется, больше наблюдаться будет. Давайте. Садись, я тебя подвезу к дому. Мне на самолете просто лучше, ребят, видно. А то, знаете, я такая тут, типа, лечу и смотрю. Смотрю, где, куда поставили ее домик. Угу. Ник Лавиния. И у нее 8-й уровень. Ля-ля-ля-ля. А, вот он. Если я не ошибаюсь, это ее. Давайте подлетим и посмотрим. Да, это ее. О, знаете? А знаете, вот такой чуб. Если вот это чубика поставить, зеленое дерево, такое красивое. И вообще все шикарно. Так, лайк я поставил. А она придумала свой остров. Ого, у нее сложный номер, понятно. Так, ребят, давайте посмотрим. О, здесь у нее уже... О, здесь у нее не страшилки. Здесь у нее такие штучки. О, круто. Здесь у нее можно посидеть, хотя у меня таких кресел миллион. Здесь у нее можно купить. Я быстро выйти. Здесь у нее растения, шкафчик. Комод. Тут можно взять всякие вещи. Здесь у нее можно переодеться. Здесь можно потанцевать или попить песни. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Будет хорошо. Это здесь у нее можно как-то, я странно прыгаю, знаете, а то спина в пол, а я как-то прыгаю, как-то странно. А что у нее, у нее, поняла, у нее здесь типа подиум. О, она тоже собрала этот сундук. У нее он не говорит. А, она была в красной команде, тоже, видите, ребят, кубиков 2020. У нее тут тоже есть вот такой, кубок 2023 год. Она пойдет в красной команде. Вот почему, когда я хочу еще сказать, я путаю слова. О, это Wednesday. Понятно. О, здесь у нее типа зрители сидят, понятно. Типа здесь она сделала такой подиум. Мне нравится. Вот это. Ну да, я сегодня делала вечеринку, она заходила в мой дом, у меня там просто был подиум, и она там по нему ходила, и поэтому решила тоже пойти сделать. Ну, мне нравится, что прикольненько, прикольно. Вот. Итак, друзья, если вам понравилось это видео, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, всем пока-пока! Mm-hmm.